Макс Ньюс. Добро пожаловаться. Я хотела спросить, вы слушаете меня, да? Да, добрый день, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте, я по такому поводу. Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принят? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Добрый господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчика? Здравствуйте, вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложный вопрос. И это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня будет, господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги просили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Здравствуйте, доброе утро, уважаемые слушатели. Программа «Добро пожаловаться» начинается. И в нашей студии председатель правления товарищества «Центр консультации собственников квартиры», председатель кооператива «Бака-2» Сергей Сидорко. Доброе утро. Доброе утро. Телефоны в нашей студии для того, чтобы звонить, задавать ваши вопросы, жаловаться или консультироваться. Что-то вы не знаете, не понимаете, у вас какие-то претензии, какие-то спорные вопросы. 67-212-93-9, 67-213-93-9. Пишите нам также в WhatsApp 230-6191, 230-6191. Мы постараемся ответить на все вот вопросы по мере их поступления. Ну, а начнем, наверное, ну, действительно с того, что все больше, я так понимаю, внимания уделяется состоянию домов, жилищному фонду, поскольку ведь в самом деле, я понимаю, строится-то не так много в наше время домов, и мы распоряжаемся и живем вот в основном в тех постройках, которым уже вот скоро будет в ряде случаев и полвека, а то и больше. То есть насколько вот... Ну, на самом деле, действительно это так, и во-вторых, я немножко не понимаю... При сегодняшней демографической ситуации, а для кого отстроим? Сносить ничего не сносится, но есть определенные стандарты, но можно довести то, что будет обеспеченность населения примерно 50 метров на одного человека квадратных. Но это уже предел, по-моему, даже по западным нормам, там дальше уже начинаются границы, это на границе роскоши. У нас, я вот по кооперативу сужу, у нас от 20 до 25 метров сегодня обеспеченность населения на человека, сколько приходится жилой площади. Ну, достаточно, наверное, вполне достаточно уже сегодня, поэтому куда строить дальше? И самое главное для меня, я еще такой не слышал нигде ответа, а где строить? За границами сегодняшней Риги. Ну, есть районы ведь центра. Марупы, которые освоили, да, есть районы частных застроек, но, в принципе-то, город не может, наверное, расширяться. Там, если говорить о масштабном строительстве, нужна инфраструктура, нужны теплосети, нужно водоснабжение, это все канализация, это все очень электроснабжение, это очень мощные такие коммуникации, которые ни копейки стоят, скажем так. Ну, радует то, что сейчас вот Министерство экономики опубликовало доклад об исследованиях и подтвердило то, что предполагалось, что эти дома советской постройки, они достаточно безопасны с точки зрения надежности конструкции, что там никаких опасных явлений не происходит. Соответственно, на них можно рассчитывать и их можно использовать еще длительное время. Я напомню, что по проектным расчетам срок службы этих зданий предусматривался минимум 150 лет. Ну вот,
Нам как раз Ирина прислала, я не знаю, тут такой скриншот. Значит, здесь вот пишется о том, что в среднем срок жизни вот многоквартирных жилых домов массовых серий составлял 65 лет. И вот, ну, это я понимаю, что какая-то статья, очевидно, она, которая... Тем самым под жилой фонд подведена бомба замедленного действия. Сейчас в Риге 3200 серийных домов советского периода. Всего же в Латвии с 60 по 79 год было построено 10754 панельных дома, и, дескать, по правилам Кабмина их нужно после, по истечении срока эксплуатации сносить. Мы об этом, Олег, с вами уже не раз говорили. Дело в том, что срок 60, 50 и 70 лет – это сроки службы, или, да, сроки службы домов, которые приведены в правилах Кабинета министров номер 907. Там есть такие деления здания на капитальность, но... Во-первых, я говорю о проектном сроке. То есть были в советское время, когда создавались типовые проекты домов, то им сразу закладывался определенный запас прочности по проекту. И по проекту были эти здания. Если мы посмотрим документацию на эти дома до 96-го года прошлого века, везде четко записано, что это здания, относящиеся к группе, ну, к первой группе особой капитальности. То есть у них срок службы был предусмотрен 150 лет. На основании чего наши законодатели, юристы взяли и 150 лет превратили в 60, никто вам не ответит. Но, может быть, эта причина кроется в том, что когда эти дома проектировались, были своего рода, ну, заложенные правила эксплуатации этих домов. Когда эти дома перешли в частную, ну, собственность, их практически вот эти правила, ну, были просто забыты, и вот как стоят, так и стоят. То есть понятно, что с этими домами необходимо постоянно, ну, их реновировать и каким-то образом проводить капитальные ремонты. Вы абсолютно правы. То, что этим зданием было предусмотрено сразу же, и там где-то в году в 78-м была выпущена уже инструкция по эксплуатации, где была указана периодичность и смысл действий этих работ. Да, это было, и то, что не было обеспечено надлежащего ухода за зданиями, и не было надлежащего надзора, это тоже очевидно. Однако мы говорим с вами немножко о другом. Значит, потенциал в этих зданиях был 150 лет. Последние исследования Министерства экономики показали, что дома самых массовых серий не потеряли свой потенциал, даже несмотря на то, что мы ненадлежащим образом их обслуживаем. Вот я что хочу сказать. И поэтому на самом деле, когда мы говорим срок службы, это в данном случае это больше юридический, чем технический термин, потому что приближение к рубежу срока службы нормативному означает, что здание должно быть более подробно, более тщательно исследовано и должно быть установлено его техническое состояние. Ну, практически пол срока эксплуатации прошло, давайте проверим, да? Углубленно, может быть, какое-то здание в силу тех причин, которые вы назвали, либо, может быть, какого-то там скрытого строительного брака, оно и подошло к своему рубежу. Но в массе своей эти здания оказались с точки зрения конструктива надежными. Да, проблемы, которые сейчас существуют, это электропроводка, об этом мы тоже говорили. То, что на сегодняшний день электропроводка, внутренняя электропроводка в квартирах не соответствует тем нагрузкам, которыми мы пользуемся, устанавливаем, это первое. Второе, то, что система отопления не соответствует нынешним условиям отопления, потому что основная масса серийных домов была построена и спроектирована система отопления, исходя из параметров теплоносителей, параметров работы центральной отопительной системы несколько других, чем сейчас. Угу. И она просто не может нормально, адекватно обеспечивать систему. Она равномерное и комфортное отопление, ее нужно модернизировать и приспособить под сегодняшние требования и условия отопительных режимов. И система водоснабжения, то есть трубопроводы, что, кстати говоря, они изначально было известно, что они не вечны, их нужно каждые 20-30 лет менять. Это основные дефекты, скажем так. Это те, которые дефекты, которые легко устраняемы. Плюс в силу того, что
все-таки здания не новые, они стареют, они начинают терять свое сопротивление потерям тепла. То есть они начинаются совершенно другие теплотехнические параметры у них, и для этого предусмотрено такое решение, как утепление, которое одновременно с тем, что оно решает вопросы экономии тепла, оно решает еще и вопросы эксплуатационных, сокращения эксплуатационных затрат. Потому что блочные дома, допустим, мы должны каждые 5-6 лет полностью восстанавливать герметичность швов. То есть это работа достаточно трудоемкая, ручная и дорогая, скажем сразу. Это, причем там не должно быть так, как сейчас в основной массе мы действуем, то есть ждем, пока влага проникнет в стену, и тогда эти дефектные куски, где нет достаточной герметизации, начинаем с ними бегать. Это должно идти в профилактику, это должно быть идти вперед. Если мы покрываем здание утеплительным слоем, то автоматически мы эту проблему вообще уходим, потому что ее больше она перестает существовать. В связи с этим, я думаю, что, наверное, надо смотреть реально на будущее. Эти здания советской постройки будут еще служить и достаточно долго. Значит, просто нужно их привести в порядок и сделать их комфортными и относительно недорогими для проживания. Ну вот как раз это вопрос, от кого это зависит и насколько здесь вот собственники жилья готовы пойти на определенные, ну, материальные траты, понимая, но, ну, может быть, кто-то понимает, кто-то нет, что тем самым они вкладываются и в свое будущее, и тем самым, может быть, повышается и стоимость их, реальная вот стоимость квартиры. Я думаю, что и наше государство вынуждено будет не оставить выбора собственникам квартир и не оставить этот вопрос на их добрую волю. Давайте посмотрим логику. В течение 12 лет мы при помощи спонсорских денег Европейского Союза отрабатывались и проверялись вопросы технологии и эффекта от утепления зданий. Значит, эта программа сейчас два этапа было. Там результат весьма и весьма хороший. И уже очевидно, что он имеет долгосрочный положительный эффект. Это с одной стороны. С другой стороны, государственно убедилось, что здание долговечное. Да, здравствуйте, доброе утро, говорим мы нашему слушателю. Доброе. Доброе. Меня зовут Юрий. Вот я сейчас стал председателем правления своего дома. Господин Сироткин рассказывает о том, как Сидорка. Нужно ремонтировать дома и так далее, и так далее. А он задумался о том, что у нас платежеспособность до людей, которые живут в домах, уменьшается, обслуживание увеличивается, и когда стоимость квартиры на обслуживание составляет где-то примерно половину почти заработной платы нормального человека, где вот деньги взять, те, которые он планирует еще ободрать людей, где? Скажите. Ну что ж, придется достаточно развернуто ответить данному товарищу. Я думаю, что вам не стоило становиться тем, кем вы стали лидером дома. Потому что, на самом деле, если вы спрашиваете лично меня, я работаю председателем кооператива с 1996 года, и прекрасно знаю, откуда берутся деньги, куда они идут и как они распределяются. И чудесно вижу, что те люди, которые говорят, что у них нету денег, чтобы содержать свой дом, и при этом платят счета по отоплению в среднем 100 и выше евро в месяц за свою квартиру, по сравнению со мной, который за такую же квартиру платит 20-25 евро. Но я не поверю, что у вас нет денег. Просто вы их не туда тратите, это первое. Да, это тяжелый момент перевести и мышление своих товарищей, там, скажем, как это, соратников и свое на тот факт, что деньги у нас есть, несмотря на то, на те доходы, когда уровень доходов, который у нас есть, все равно деньги у нас есть, потому что особо нуждающимся помогает город в виде дотации, и он не ограничивает дотации, в том числе и в случае повышения расходов на ремонт, и это первое. Второе,
Деньги у нас есть, потому что мы безумно много тратим на аварийные службы, мы безумно много тратим на отопление, абсолютно нерационально. Эти деньги, на это деньги у нас находятся, и мы после этого вот так вот, ну, уничтожив значительную часть своих доходов, сидим и плачем, что у нас денег нет. Надо один раз эту вредную тенденцию повернуть. В нашем кооперативе большинство домов это сумело сделать. И смею вас заверить, там живут не исключительные люди. Это в основном бывшие работники ВЭФа и пароходства, и такие же пенсионеры с такими же не очень высокими пенсиями и так далее. Но в свое время удалось провести работу, посчитали, посидели, подумали. Изменили. И изменили не размер затрат, на это мы повлиять не можем, потому что мы сейчас можем говорить о том, что ой-ой-ой, нету денег, но давайте мы посмотрим на то, что сейчас уже декларируется, что в следующем году будет установлена минимальная зарплата и пенсия 500 евро. Да? Так заявляют, по крайней мере. Что это значит? Это значит, сразу должен произойти рост заработной платы. В том числе, в первую очередь, это сильно отразится на домоуправлениях, потому что стоимость затрат домоуправления, вообще, за домоуправление – это только люди. Там нет ни цехов, ни фабрик, это люди. Это люди с метлой, это люди с гаечными ключами, это люди с компьютерной техникой, их очень мало, но которые там совершают финансовые и административные действия. Но это люди, значит, уровень зарплаты повысится, и ничего хорошего от этого я не вижу, потому что на самом деле это только быстренько повысит уровень расходов людей, вот и все. Поэтому давайте говорить так. Если вы заботитесь и хотите жалеть людей, то, наверное, нужно идти в какие-то органы, которые ближе к социальным службам, ближе вот к этим волонтерским организациям, и там проявлять и милосердие, и, может быть, свои таланты с тем, чтобы искать деньги. Если вы хотите стать лидером дома, то вы должны в первую очередь подумать о том, что эти люди, которые сегодня вы жалеете в силу их недостаточных доходов, завтра могут в результате вашей жалости оказаться просто на улице. Потому что в отличие от тех, кто трудоспособен, и от тех, кто способен зарабатывать, те каким-то образом либо снимут, либо купят новое жилье. А вот эта самая незащищенная часть, если мы не добьемся того, что мы сохраним существующий жилой фонд и сделаем его экономически удобным для проживания вот этой низшей по доходам части населения, то они просто выйдут на улицу. У нас куда вы их хотите послать? Здравствуйте. Добрый день, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. У меня будет вопрос господину Сидорко. Сможет ли он мне ответить? Есть. У нас дом новостройка и Бедриба. В доме есть Бедриба. В свое время, когда хотела вступить в эту Бедрибу как коммерческая организация, мне указали на две грамматические ошибки и не приняли. Сейчас у нас сменился домоуправление сменилось. В январе месяце. Об этом я никакого понятия даже не имею. Счета мне присылала прошлая контора, которую я заплатила. Новая компания три раза обращалась по телефону, по имейлу. Они прислали офигенный долг и на отопление, и какие-то долги. Долгов у меня вообще нет. Ни на какие контакты не идут. У меня вопрос другой. В свое время я писала Ригас Майоклес, и мне ответили, что все, что касается жизни дома, коммерческая организация, первый этаж, все офисы, мы должны в этом участвовать. Соответственно, дом тоже должен участвовать в нашей жизни. То есть все, что касается фасады, окна с обратной стороны, с улицы, подоконники, это все дворники должны убирать, основываясь на статье закона. Сейчас мне говорят, что закона такого нет. Все, что касается коммерческих организаций, мы участвуем в жизни дома, но дом в нашей жизни не участвует. Это правда или нет? Этот закон был отменен или все-таки он есть? То есть если клумба на территории находится, клумба неухоженная, это проблема моя, а не домоуправления. Хотя мы исправно платим фонду НАУДУ. Вот мне такой вопрос. Вход в дом с другой стороны, мы вообще туда не касаемся, у нас как бы отдельные входы. Но у вас, вот вы арендуете в этом доме... Это уже я собственник, уже я купила, купили. Ну, мы все эти помещения купили. Мы являемся как бы собственниками тоже. Ну, вы являетесь собственниками нежилых помещений, так я правильно понимаю? Да, правильно. Угу. Значит, я могу... Да.
и к входу в дом мы вообще никакого отношения не имеем. У них отдельный вход, с другой стороны мы никакого отношения не имеем. Хорошо, я понял вопрос. Попытаюсь ответить. Значит, на самом деле есть категория, как делятся дома, жилые и нежилые. Жилой дом – это тот дом, где более 50, согласно кадастрового или инвентаризационного отдела, более 50% площади предусмотрено для жилья. То есть, если вы, как в вашем случае, допустим, ну, я условно говорю, 10-этажный дом, один этаж отпущен под коммерческие помещения, все остальное жилье, то в этой ситуации это жилой дом. Все вопросы обслуживания, содержания и прочее являются вопросами, которые регулируются законом о квартирной собственности. Его никто не отменял, и в данном случае ваша недвижимая собственность в виде нежилых помещений приравнена к квартире по правам и обязанностям. То есть, если вы хотите выяснить свои права и обязанности как собственник нежилого помещения в жилом доме, откройте, пожалуйста, закон о квартирной собственности, там все прописано. Кто что? Вы такая же квартира в понятии закона, как и жилая. Это первое. Второе, относительно там вход, не вход, с какой стороны, не имеет никакого значения. Ваш дом записан в земельную книгу как единое целое с общей частью имущества. То есть вам всем солидарно принадлежат лифты для жилой части. Не важно, что вы ходите через другие двери, и не важно, что вы что-то там еще делаете. Вам всем солидарно принадлежит вся общая часть имущества. Это нужно четко усвоить. Если у вас, допустим, газон, один газон там, где ходят собственники квартиры, другой газон там, где собственники ходят, где, по которым пользуются коммерческие организации, это общая часть имущества, и она должна содержаться солидарно. То есть здесь никакого различия нет. И здесь неправильна ваша фраза о том, что мне до этого дела нет. К сожалению, есть. Так описывает закон. Если более подробно, ну, поищите меня в интернете, я вам более подробно могу рассказать. Но, в принципе, ваша позиция должна исходить из того, что вы такой же собственник квартиры, как и тот, кто использует свое помещение для жилья. У вас есть общая собственность в виде единой части имущества неделимой. Это территория, и это общие коммуникации, это общий конструктив. Все. Тут отдельных вопросов нет. Все должно быть обеспечено всем в одинаковой степени. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, после чего вернемся и продолжим программу «Добро пожаловаться». Председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко в нашей студии. Микс Ньюс. Продолжается программа «Добро пожаловаться», и в нашей студии председатель кооператива «Бака-2» и председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко. Мы принимаем ваши звонки 67212-93-9, 67213-93-9. Пишите нам в WhatsApp 2-300-6191. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос озвученный с вопросом, который перед этим прозвучал. У нас старый дом, 1900 года постройки, это вот историческая часть города Риги, и у нас очень большие чердаки были. Вот с конца прошлого года мы наблюдаем, что у нас чердачные помещения переоборудуются под жилые. То есть там врезаются вот эти окна, которые шведские называются, наверное, крыши, которые врезаются. У нас приватизированные квартиры, сам дом, табличка вот висит, Пашвал Дебаи Пашумс. Мы как-то... Ну, это часть нашей коллективной собственности, я так насколько понимаю, и подвалы, и лестничные клетки, и чердаки. Ну, вот какая-то структура, значит, не уведомив никак о таких действиях, переоборудует под какие-то помещения вот наши чердаки. Это законно? И вопрос, это законно или нет? И как вообще... Вот такая ситуация может объясниться. Ну, начну, наверное, с самого такого мелкого момента. Это то, что у вас на доме табличка «Пашвал Дебас и Пашумс», это против правил Рижской думы, уже давно на номерных знаках дома указывать собственника не надо. Во-вторых, это вряд ли, если ваши квартиры прошли приватизацию, является собственностью самоуправления.
Вы правы в том, что подвалы и чердаки являются помещениями общей собственности. Более того, чердаки никогда не рассматривались как отдельный элемент. Если вы посмотрите всю нормативную документацию, все вот обмеры зданий и так далее, то всегда указывается все без площади чердаков. Поэтому, если ваш дом проходил плановую или внеплановую приватизацию, то есть, другими словами, когда-то было принято решение о том, чтобы этот объект самоуправления отдало на приватизацию, то объемы того, что может и не быть, определяются, фиксируются в тот момент. К чему я веду? Может быть, сложно говорить, но если на момент приватизации, если поднять документы, там, это где-то 95-96 год, скорее всего, в каком объеме объект отдавался на приватизацию. Если на чердаке по тому документу передачи на приватизацию не было предусмотрено никаких помещений, то чердак вообще не учитывался нигде, и никакая деятельность там сейчас без 100% согласия собственников квартир незаконна. Я так могу объяснить, потому что объект определяется и считается идеальной долей имущества на момент приватизации и до момента приватизации собственник, допустим, ну, если это было самоуправление, вправе было там выделять помещение, делить, переделять, добавлять, убирать, это все было можно. Но как только объект был отдан на приватизацию, произошел первый договор купли-продажи, все это фиксируется. Дальше уже идеальные доли можно поменять только с согласия собственников и только при 100% согласии. Поэтому вот здесь... Вопрос... Да. Да, извините, вот вопрос об идеальных долях и есть. Насколько я понимаю, если сейчас происходит вот такая перепланировка, происходит перераспределение идеальных долей, ну, которое не должно как было бы происходить, и если оно происходит, то вот собственники этих идеальных долей должны либо получить какую-то компенсацию, либо... Хуже, они должны вот сейчас, те, кто ведут эту деятельность, если... В свое время эти помещения не были запланированы до приватизации, то они должны будут получить ваше 100% согласие юридическое оформленное. Я хотел бы посмотреть, на что рассчитывают эти люди. Если, конечно, ваш дом прошел полную приватизацию, если это не была какая-то кусками, то есть какие-то 2-3 квартиры получили, тут надо посмотреть всю последовательность. Было ли решение Рижской думы о том, что дом как объект отдается на приватизацию? Да, было. Было, ну, вот надо смотреть, вещь. Тогда вам надо просто-напросто, если хотите какой-то истины, то вы должны смотреть в исходные документы в приватизационном в отделе там, или недвижимости, или приватизации, я не знаю, какой там отдел сейчас в Рижской думе существует, где исходные документы. Если там на чердаке ничего не было предусмотрено, и в тот момент не было решения о том, что это будет какое-то помещение, то все, там все остальное это вызывает очень и очень большие вопросы. Ну вот они и вызывают эти вопросы, а как нам смотреть, то есть нам, мы просто видим, что там уже произведено переоборудование. Ну вы запросите строительное управо, на основании чего ведутся строительные работы. Самое простое. Запросите строительное управо, потому что строительное управо, выдавая строительное разрешение, должна была проверить. На основании чего там есть согласие, нет согласия и так далее. Начните с этого. Да, спасибо. Спасибо большое. 67212-93-9, 67213-93-9. Если у вас есть вопросы к Сергею Сидорко, звоните. У нас еще буквально тут несколько минут, 10-15. Слушательница, вот возвращаясь к вопросам реновации домов, и пишет о том, что я не хочу брать кредит на 15 лет за реновацию. И вообще процент домов, которые прошли в реновацию, не выше 6%, это немного. Ну, немного, да. Но достаточно для того, чтобы уже сказать, что это хороший продукт, и который дает эффект во всех отношениях. Это первое для такого, для отработки вообще вопроса и понимания, где мы находимся, это очень хороший процент. То, что не хочешь, ну, я могу сказать одно, что для меня сама последовательность того, что сейчас государство нашло деньги установить, что дома будут долговечными, то, что господин министр экономики в одном из последних интервью я слышал, говорил о том, что одна из целей плана национального развития будет повышение энергоэффективности жилья, это очень существенный такой сигнал. Следующий момент, если вы зайдете на сайт Кабинета министров, там лежат новые правила по энергоэффективности зданий,
который уже содержит более жесткие параметры, чем по требованию к энергоэффективности, чем было до этого. Я полагаю так, что к 2022 году не хочешь — заставим. Телефонный звонок. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. У меня есть такой частный вопрос к Сергею Сидорко. Мы хотели бы отделиться от центрального дома. У нас два дома в тесте. В Бедребе. Вот нельзя ли попросить телефон, что для такой конкретной консультации по конкретному вопросу, прийти к нему в центр? По конкретному вопросу наберите в Гугле БАКа-2, выскочит сайт нашего... БАКа-2? Да, сайт нашего кооператива, там найдете мои координаты. БАКа-2, правильно я поняла? Да, БАКа-2. Все. Да. Спасибо большое, спасибо. Большое спасибо. Ну и вот возвращаясь... Возвращаясь к тому, что заставят, ну просто-напросто на сегодняшний день уже есть отработанная в городе Риге методика, как можно добровольно, принудительно приводить здание в порядок. Допустим, по старой Риге запущенная программа так называемых пришедших в упадок зданий, где либо ты должен привести это здание в порядок, либо ты будешь платить десятикратный налог на недвижимость, очень быстро отрезвило очень многие горячие головы. В данном случае вопрос же стоит вот в чем. Не в том, что хочу, не хочу, каприз, не каприз. Другого пути нет просто-напросто. Вопрос даже не в экологии, вопрос в том, что на самом деле эти здания, если сейчас таким образом на них не воздействовать, они просто начнут стремительно разрушаться, и это тоже вопрос экологии. Второе, они будут разрушаться не только в силу физического, но и того, что с ухудшением состояния они будут требовать все больше и больше денег на их эксплуатацию. И, собственно говоря, они будут из-за этого тоже становиться такими... покинутыми зданиями. Поэтому этого никто не допустит. Не планово, это никто не допустит. Второе, то, что зачем тратить новые ресурсы, строительные, людские, на то, чтобы создавать такое же жилье, хотя когда это при 10 раз меньше затрат требует, и физических, и моральных, а то и в сотни. И оно будет еще служить долго и успешно. Не знаю, не думаю, что позволит нам кто-нибудь, но если не на местном уровне это не будет осознанно, осознает немножко на более... Угу. А если вот случаи, например, среди собственников разделятся голоса, и ну, часть готова платить, часть, там, например, категорически откажется, вот насколько получится, не получится ли так, что придется более активной части платить за вот эту пассивную? Нет, это закон этого не предусматривает. Большинство голосов решает в данном случае. Но у меня такой вопрос, ну... Понимаете, это голосование для меня такое немножко, оно имеет, вызывает у меня оторопь. Ну, как это так? Вот 51%, да, скажем. Значит, один человек может решить, разрушится дом или нет. Просто вот отсутствие одного голоса, дом пускай разрушается. То есть, пускай 40-50 собственников квартир страдает из-за того, что один, ну, капризничает, скажем так. Но долго эта ситуация не может продолжаться. Мнений много, да, ситуации разные, но я, сколько я общался с людьми, сколько сам у себя мы делали реновации, ну не видел я такой трагедии подорожания после реновации, наоборот. Платежи вот в моем кооперативе после прохождения полной реновации, считай, изменились в большую сторону на 3 евро в месяц. Это при том, что были сделаны, скажем, вложения в 400-500 тысяч в дом, да, и после этого твой счет на круг увеличился всего на 3 евро. Ну, даже при очень низких доходах, ну, я бы не сказал, что это какой-то приговор. Поэтому когда те люди, которые говорят, не хочу, не буду, ну, во-первых, они, это просто позиция. Просто позиция. Это просто я не хочу думать, вот я не хочу и все, вот не хочу. Потому что если рассматривать аргументы, если рассматривать все, что можно достичь, и все это сложить, скажем, вот так, как это есть, то получается, что там не о чем, не в чем сомневаться. Ну и тем более, что стоимость, я понимаю, что квартиры, ну, квадратного метра жилья все-таки в реновированном доме, ну, выше, то есть не получится ли так, что, ну, все-таки вкладывая эти деньги, ты тем самым увеличиваешь стоимость своего жилья? Видите, я вообще категорически не согласен с тем, чтобы относиться ко всему этому как к бизнес-проекту. Потому что мы говорим с вами о единственном месте жилья.
Если ты инвестор, если у тебя там 10 квартир, то ты на это можешь смотреть. С точки зрения реализации этого имущества, я бы не сказал, что это каким-то образом сейчас влияет на стоимость. Потому что если стоимость пойдет сильно вверх, то это будет уже равноценно новому жилью, и тут уже у тебя появится альтернативный выбор. На самом деле то, что эти квартиры уходят очень быстро. То есть стоит только появиться объявление, она тут же практически улетает, потому что люди уже, те, которые покупают себе новое жилье, другое жилье или новое жилье, они как раз таки не глупее всех остальных, они предпочитают сразу на рынке брать то, что уже сделано. Это раз, с точки зрения всякого рода окупаемости, это не так, но с точки зрения, скажем, я подхожу к этому вопросу так, это мое имущество, это, пожалуй, единственная такая, ну, вещь, которую я сумел создать для того, чтобы передать следующим поколениям, я его передаю с тем, что оно еще 40-50 лет отслужит. Еще одно поколение может спокойно этим пользоваться, так как оно захочет. Вот мое отношение к этому. Можно ли провести параллель, условно говоря, вот зимние ботинки, которые, ну, вот начинают, ну, и требуют ремонта, можно доносить их так, что мы их выбрасываем и остаемся, но нужно нам покупать новые ботинки, или сдать их в ремонт, и они могут еще, в общем, прослужить 1-2 сезона? Можно, конечно. Да, с любой вещью можно провести параллель. Но купи автомобиль и не делай ему техническое обслуживание, не проводи там соответствующие апдейты. Там. Ну, и то же самое, да. Но на самом деле это недвижимость вообще, это вещь, которая... В жилом секторе, она, если она не является вот, не построена с целью коммерческого использования, она никогда не принесет тебе никакого дохода. Она будет нести расходы. Ты купил себе жилье, ты должен его содержать. Да, какой доход? Там считается экономическая отдача. Да какая к черту экономическая отдача? Мы просто-напросто сохраняем имущество на протяжении того срока эксплуатации, на который оно было предусмотрено. Если тебе не устраивает такой подход, надо было купить, ну, как у трех поросят, там, домик из листиков, или есть такие, домик там из картона. Купи, он простоит 15 лет, и все, ничего вкладывать не надо, потом будешь строить следующий. Но на самом деле это вопрос такой, я понимаю, что я сейчас могу вызывать очень большую отрицательную реакцию, потому что действительно у людей есть разные проблемы. Но в принципе, если вы уж решили заниматься своим домом, то вы должны для себя внутренне решить, вы чем будете заниматься? Домом? Или какими-то социальными вопросами. Потому что в данном случае это немножко друг с другом не... Для того, если вы хотите заниматься домом, значит, ваша задача первая и основная, несмотря ни на что, сохранить ваш дом и модернизировать его так, чтобы в нем стало жить удобно и достаточно комфортно и дешево, в том числе и по деньгам. И в этом случае, да, придется кого-то, интересы кого-то игнорировать. Можно ли говорить, что отношение государства вот к этой проблеме действительно меняется, учитывая вот и те проверки жилого фонда, которые проводились, и вот высказывания там господина Немиро, министра, по поводу жилого фонда, что если раньше государство как будто бы переложило всю ответственность вот на самих жильцов, и бог с вами, делайте, что хотите, что сейчас все-таки в государстве приходит осознание, что проблемы, например, населения, если вдруг, ну вот пустить все на самотек, могут возникнуть, если, ну, люди просто в силу каких-то обстоятельств не будут об этом заботиться. Если мы говорим о государстве как о машине такой, да, вот, то я думаю, что государство находится сейчас в раздумьях. Во-первых, по какому пути идти, что стимулирует, либо новое строительство, либо содержание, либо то и то. И государство в том числе должно лихорадочно думать о том, как соответствовать новой директиве Евросоюза о климатических изменениях и так далее. И фактически, если взять, то в Латвии это основные потребители энергии, это кто? Это домохозяйство. Одни из основных. Производства у нас как такового энергоемкого нет или практически нету и так далее. То есть на сегодня, чтобы вписываться в рамки там, Евросоюза, придется заниматься существующим жилым фондом. Поэтому сказать, что государство поменяло свой подход, я не скажу, то, что оно находится сейчас в глубоких раздумьях и ищет путь или пути дальнейшего развития. Скорее всего, это будет в итоге симбиоз, то есть будет сохраняться и старое жилье, и, видимо, какое-то будет стимулирование нового жилищного строительства. Но
Здесь трудно сказать, потому что на самом деле, обращая сейчас внимание и делая акцент на технических деталях, как вы, вот, исследования и так далее, механизм принятия решения не поменялся. А это один из главных тормозов. То, что сегодня тот механизм принятия решения, который прописан в жилом доме, ну, он не способствует продвижению вопросов технического улучшения здания. Здесь придется что-то менять. А что нужно поменять и в какую сторону? То есть, ну, вот понимаете, ну, вот давайте еще раз вернемся к ситуации. Пришел инженер с сертификатами, со всеми погонами и звездами, и, скажем, без иронии я это говорю. Он посмотрел и сказал, что крыша у вас в ужасном состоянии, вам ее нужно ремонтировать. Примерно прописал способ. Собираем собрание после этого. И мы вот все, у которых ни погонов, ни звания, ни даже там, скажем, даже младшего ефрейтора ты не тянешь, мы решаем, надо ли ремонтировать крышу. Ну, это нормально. Это ненормально. В такой ситуации мы решим, скорее всего, исходя из любых соображений, кроме тех, которые требуются зданию, скажем так, нам лично, мне. Часть будет решать по принципу «на меня не капает», и подождем, когда до меня дотечет, а до тебя будет дотекать достаточно долго. Часть решит, что они недостаточно богатые, хотя на самом деле последующий ремонт, если они захотят продолжать жить в этом здании через 5 лет, будет в 5-10 раз дороже и так далее. Ну, то есть решение будет хаотичным и никаким. Ну, наверное, это такое решение, такой механизм принятия решения не всегда. И оптимально, а в данном случае, поскольку это массовое явление, то я думаю, то он вообще не работает. Поэтому у нас и есть такое состояние. Поэтому в городе Риге нет реновированных домов по факту. Ну что же, вот на такой ноте мы сегодня заканчиваем программу. Добро пожаловаться. Председатель правления товарищества «Центр консультаций собственников квартиры», председатель кооператива «Бака-2» Сергей Сидорко был в нашей студии. Спасибо большое. До новых встреч. Всего доброго.